Я надеюсь, вы приготовили пряжу, и мы сейчас с вами начнем. Итак, напоминаю, что этот узор, в этом узоре нужно, чтобы было количество петель кратно 4 плюс 3. Почему 4? Потому что наш раппорт, то есть повторяющаяся часть, 1 воздушная петля и 3 столбика. Вот это будет раппорт. И если мы посмотрим на рисунок, то во втором ряду вот один раппорт, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 6 4 24 и еще 3 столбика. Вот эти вот 3 столбика дополнительно и тогда нужно набирать. Сейчас я возьму, наберу цепочку. И какое количество воздушных петель я не буду считать. Я просто наберу воздушные петли. И приложив к сантиметру, посмотрю, чтобы вот у меня было больше 10. Но пока только 13. Значит, я добавлю еще немного. Получается вот как раз где-то 15 сантиметров. Я всегда немножко больше набираю цепочку, и потом можно эту цепочку будет отрезать, чтобы не считать петли. Теперь мы пропускаем 3 воздушные петли и в четвертую провязываем столбик с одним накидом. Пропускаем первую, вторую, третью. И в четвертую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид и провязываем в следующую воздушную петлю столбик с одним накидом. И вот у нас как бы 3 уже столбика провязано. И дальше мы считаем по 4. Первый, это будут наши раппорты. Второй, третий и четвертый. Первый раз раппорт повторили. Мы когда свяжем приблизительно 10 сантиметров и остановимся, дальше не будем уже вязать. Дальше провязываем 4. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый. Вот уже раппорт у нас повторился 2 раза. Первый, второй третий. И четвертый. Еще мало, еще только 7 сантиметров. Значит, вяжем дальше. Первый, второй, третий и четвертый.
прикладываем к сантиметру. Вот, в принципе, уже почти, даже больше немножко 10 сантиметров. Я дальше уже вязать не буду. И проверяю, пересчитываю, сколько у меня петель. 3 петли подъема, еще 2 столбика. Это вот 3 будут столбика. И теперь рапорты. По 4 петли. Первый, второй, третий, четвертый и пятый рапорты. Всего 5 рапортов. Что делать с оставшимся хвостиком? Можно его отрезать, но только не рядышком, а 2-3 воздушные петли, отступив. И при помощи крючка или иглы вы можете вот таким образом распустить нитку. Дальше, следующий ряд, мы будем провязывать второй. 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом над столбиками. У меня вот есть такая стрелочка. Кружочек я буду показывать, в каком месте я вяжу. Итак, я провязываю 3 воздушные петли. 3 воздушные петли заменяют первый столбик. В первую дырочку, в первую петлю мы ничего не провязываем. Делаем накид и провязываем во второй столбик. Столбик с одним накидом. В следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Дальше смотрим по рисунку. У нас будет рапорт. Одна воздушная и внизу один столбик пропустим. И 3 столбика с одним накидом. Провязываем одну воздушную. Внизу один столбик пропускаем и провязываем над следующим столбик с одним накидом, следующую воздушную петлю столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Это мы один раз провязали раппорт и теперь его повторяем. Одна воздушная. Внизу столбик пропускаем, 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная, столбик пропускаем и 3 столбика с одним накидом. Если вы будете смотреть видео в записи и хотите задать вопросы или написать свои пожелания, вы можете писать внизу в комментариях. Следующий раз повторяю раппорт. Я использую нитки полушерстяные. Вы можете использовать любые нитки в зависимости от того, какое изделие вы будете вязать. И последний раз повторяем раппорт. Столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. И третий столбик с одним накидом. Мы провязали второй ряд. Теперь нам нужно поменять цвет нити. А, нет, третий мы еще также провязываем. Вот по схеме, смотрите. Третий мы провязываем также. А вот уже сиреневым цветом это уже будет другая нитка. Третий ряд. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом.
2 столбика с одним накидом. И дальше у нас повторяется раппорт. 1 воздушная и 3 столбика с одним накидом. То есть так же, как мы вязали во втором ряду. Одна воздушная, 3 столбика с одним накидом. Повторяем раппорт, провязываем до конца ряда. Не забываем в конце ряда, там где воздушные петли, провязывать столбик с одним накидом, чтобы у вас количество петель не изменялось. Итак, мы с вами провязали третий ряд. И теперь меняем цвет нити и будем вязать четвертый ряд. И смотрите внимательно, здесь появляется новый столбик, который мы должны связать вот длинный, захватывая не первую воздушную петлю, а ниже вторую воздушную петлю. И за счет этого получаются вот такие вытянутые узоры, вот такие рисунки, вот как на узоре видно. Вы можете и обрезать нитку, а можете переходить от нитки, от одну полосу, вторую полосу, менять нить. Ну, я в данном случае обрежу нитку, чтобы мне было удобнее вязать. Можно просто завязать ниточку, а потом ее заправить, чтобы не двигалась. Я ее просто завязала вот здесь, потом я заправлю все в столбики. Так, теперь у меня нитка уже немножко светлее, ну не резкий такой переход, но все равно нитка светлее. Так, мы вяжем четвертый ряд, провязываем 4 воздушные петли. И дальше смотрим внимательно. Внизу
один столбик пропускаем и над третьим столбиком провязываем столбик с одним накидом. Пропускаем. Вот над этим столбиком ничего не вяжем, потому что над ним уже петли подъема связаны. Второй пропускаем. Над третьим провязываем столбик с одним накидом. И дальше вот такой длинный мы опускаем ниже. На схеме он изображен как столбик с одним накидом, но вкалывать крючок мы будем не в первую, а во вторую дырочку, вот сюда. И не сильно стягивая, чтобы он у нас не стягивал полотно, то есть чтобы у нас столбик был на уровне предыдущего столбика. Получается вот такой вытянутый столбик. Дальше смотрим. Дальше столбик с одним накидом над следующим столбиком и воздушная петля. Вот сразу же столбик здесь находится. Мы провязываем столбик и воздушная петля. Дальше 3 столбика с одним накидом. Смотрите, над столбиком, над воздушной и над столбиком. И воздушная петля. Внизу один столбик пропускаем. Над следующим провязываем столбик. Дальше над воздушной столбик. И над следующим столбиком тоже столбик. Вот так 3 столбика с одним накидом. И дальше повторяем. У нас как бы раппорт тоже повторяется. Мы провязываем одну воздушную, внизу столбик пропускаем, и 3 столбика. Один из них посередине такой вытянутый. Провязываем 1 воздушная, внизу столбик пропускаем. Над следующим столбиком столбик с одним накидом. Теперь делаем накид, вводим крючок во вторую дырочку, то есть на 2 ряда ниже, и провязываем вот такой длинный столбик. Над следующим столбиком столбик с одним накидом. И приучайтесь, вяжите по узору, по рисунку. Смотрите, как у вас дальше идет рисунок. 1 воздушная петля. Столбик пропускаем. Столбик с одним накидом. В арочку из воздушных петель столбик с одним накидом. Над следующим столбиком столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик пропускаем, столбик с накидом, длинный вытянутый столбик и над следующим провязываем столбик. Вот у нас получается такой узор. Давайте посмотрим, где мы вяжем по схеме. Вот в конце нам нужно связать 1 воздушную и столбик. И ряд закончен. 1 воздушная, столбик пропускаем. И там, где воздушные петли, столбик с одним накидом. Следующий ряд, 5-й, мы провязываем. 4 воздушные петли. Провязываем этой же ниткой. Воздушную петлю внизу пропускаем. И дальше над столбиками провязываем 3 столбика. То есть подряд первый столбик, второй столбик и третий столбик.
Вот это у нас такой маленький раппорт, мы его повторяем. Одна воздушная, внизу воздушную пропускаем. И дальше 3 столбика провязываем. Первый столбик, второй и третий. Одна воздушная и 3 столбика с одним накидом. Это наш раппорт. Очень хорошо в этот рисунок уйдут все ваши остатки. Можно сделать разноцветным, будет интересно. Только не выбирайте очень пестрое, чтобы цвета сочетались. Так, вот мы довязали 5-й ряд. В конце воздушная и столбик с накидом. Делаем воздушную. Вот тут одну воздушную пропускаем и в следующую провязываем столбик. Как бы в третью петлю подъема. В принципе, можно и под арочку провязать, но тогда рисунок может сдвигаться и будет не очень хорошо. То есть не очень красиво. Вот у нас еще второй цвет закончился. Я его обрежу. Но если вы будете вязать большое полотно, вы, в принципе, можете не обрезать нитку. А вот так менять цвета. И пока я просто завяжу. Следующий 6-й ряд. Мы провязываем 3 петли подъема. Еще есть такой прием интересный. Если вам нужно именно, чтобы был переход незаметный, то вы последнее движение в последнем столбике провязываете уже ниткой другого цвета. Но если это пойдет шов, то в принципе можно, ну, не заморачиваться этим, вязать первую, вторую, третью ниткой другого цвета. Но если вы хотите, чтобы у вас был красивый переход, то уже вот здесь последнее движение, когда мы провязываем столбик, вот здесь нужно уже связать ниткой другого цвета. И чтобы нитки не распускались, если вы новичок, обязательно возьмите хотя бы одинарным узлом, завяжите, вам тогда будет легче провязывать узор. Ну, обычно смотрят узоры, как вязать все-таки начинающие, потому что те, кто умеет вязать, им достаточно схему, они могут распечатать, посмотреть ее и вязать без проблем. А те, кто учится, им очень важно именно вот эти все нюансы, петли подъема, куда вкалывать крючок, для того, чтобы потом можно было моделировать, можно было изменять узор, убавлять, прибавлять, не сбиваться в узоре. Обычно такие более сложные проекты, изделия полностью от начала до конца мы вяжем на канале вязание прямые трансляции. Вы можете подписываться на канал и вязать вместе с нами. А также я иногда делаю опросы внизу видео. То есть, если вы откроете внизу еще, вы можете ответить на вопрос или написать. Я иногда собираю компанию, и мы, допустим, таким узором вяжем какое-то изделие, если будет несколько желающих. Так. Итак, мы вяжем 6-й ряд, провязываем 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Первый провязываем в воздушную петлю, первый, и второй провязываем над столбиком.
Дальше. Одна воздушная. Внизу один столбик пропускаем. И три столбика с одним накидом. Одна воздушная. Внизу столбик пропускаем. И три столбика с одним накидом. Вот у меня цвет темный, светлее, светлее уже немножко вырисовывается узор. И повторяем дальше раппорт. Одна воздушная. А дальше у нас, смотрите внимательно, вот уже когда мы вяжем, первый раз мы связали, а второй раз уже появляется этот длинный столбик. Значит, вот здесь я распущу. Тут мы не вяжем длинный столбик по схеме. Вот по схеме, да? А вот тут внизу мы вяжем длинный столбик. Значит, мы провязали первый столбик, делаем накид, вводим крючок на 2 петельки ниже и провязываем такой длинный столбик. В следующий столбик провязываем столбик обычный. Дальше 1 воздушная петля, столбик пропускаем и провязываем 3 простых столбика. Первый столбик, второй и третий. Если вы будете вязать узор, смотреть это видео в записи, и вы вяжете немного медленнее, чем я, нажимаете на клавишу пауза или пробел, и тогда вы сможете догнать меня и вязать вместе со мной. Воздушная петля, столбик пропускаем и дальше вяжем 3 столбика. Первый, второй длинный. Короткий столбик. Одна воздушная. Столбик пропускаем. 3 обычных столбика. Одна воздушная. Столбик пропускаем. И смотрим, что у нас в конце. Один столбик я провязала. Значит, в конце шестого ряда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, под арочку второй. И третий, желательно именно в третью воздушную петлю, чтобы у нас край не сдвигался и не деформировался. Провязываем седьмой ряд. И в принципе у нас раппорт уже 3 раза мы его повторили. И это уже будет последний ряд. Провязываем 3 воздушные петли. И дальше 2 столбика и воздушная петля. В первый мы не вкалываем крючок. Да, мы помним, что у нас над первым столбиком уже есть 3 петли подъема. Вкалываем крючок во второй столбик и вкалываем в третий. 1 воздушная петля, петлю воздушную внизу пропускаем и 3 столбика простых дальше провязываем. То есть вот, глядя на этот узор, можно сказать, что он не такой уж и ажурный, он достаточно тепленький. Уже можно использовать в осенних шапочках или шарфиках. Ну вот, особенно если шапочки, к шапочкам вы пришиваете подклад, чтобы не кололась шапка, можно использовать этот узор в детских вещах, в детской шапочке. И будет здорово. Итак, мы довязываем седьмой ряд, и в принципе наш раппорт
уже повторяется. Вот так выглядит этот узор. Придумывайте, моделируйте, используйте, пользуйтесь схемой, вяжите вместе со мной. Сейчас я посмотрю, сколько у меня по размеру получился этот узор. Ну, вначале немножко шире, может быть, из-за того, что я старалась, и тут поплотнее получился. Но, в принципе, он больше 10 сантиметров, и можно сделать расчет. И вот так у меня 7 рядов, 7 сантиметров. Очень удобно. И смотрим, сколько же получилось столбиков. Так, вот как раз хорошо видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 20 петель в 10 сантиметрах. Ну, вообще, классически идеальная. Сочетание 20 петель в 10 сантиметрах и 7 рядов в 7 сантиметрах. Ну, то есть 20 разделить на 10 будет 2 столбика в 1 сантиметре, плотность по горизонтали. И 7 разделить на 7, 1 ряд в 1 сантиметре. То есть плотность по вертикали будет 1. И вот свяжите, используйте этот узор. Сделайте расчеты и вяжите разные изделия. На сегодня все. Спасибо всем большое за поддержку и внимание.